Всем привет, дорогие друзья, с вами Санек. Сегодня я решил провести эксперимент в игре Days Gone или Жизнь После. Вот, попробовать натравить Орду на какой-то из лагерей. Ну, я выбрал, короче, лагерь Железного Майка, и мы посмотрим, что из этого будет. Я попытаюсь привести к нему Орду, и посмотрим, что из этого получится. Как некоторые мне пишут в комментариях, если привести Орду к лагерю, то Орда вся умрет, ее расстреляют на поступах. Ну, или Орда врывается в лагерь и убивает там людей. Я ни разу такого еще не делал, вот решил попробовать. Вот, ребят, выбрал, короче, Орду, которая рядом находится с лагерем Железного Майка, который поближе находится, который можно довести. И, в общем, избрал я Орду из пещер Метолиуса. Вот, там, ну, фриков 70 точно, наверное, есть, вот, судя по количеству, смотрите. Но тут больше 50, мне так кажется. Вот, и решил ее подвести. Пойду не через центральный ход, эта орда находится, скажем, с тыла, с заднего хода к лагерю Железного Майка, но там тоже есть проход, если вы помните, мы по сюжетке там пробегали с Железным Майком, когда показывали ему большую орду как раз из этих пещер, кажется, она и была, помните, там орда тянулась вверх по шоссе, в пещеру они там залезали такие, и они на это смотрели. Это та самая орда и есть. В общем, веду ее как раз по этой дороге, через болото. Там как раз через болото будет вход в лагерь. И мы с вами сейчас как раз фриканов туда подтягиваем. Я специально медленно еду на байке, чтобы фрики не разбежались, а скопились в одну большую такую здоровую кучу. Сейчас они начнут там бежать на лагерь, там их будут отстреливать. Ну, я, по крайней мере, рассчитываю, что там начнется какая-то пальба, их заметят, и все будет интересно и зрелищно. Вот. Пытаюсь уже слез с байка, побежал пешком, чтобы они от меня не отставали. Бежали, так сказать, плотненько, шли за мной. Вот. Далеко не убегаю, пытаюсь их вести. Иду аккуратно. О, уже вижу лагерь, уже вижу огни, вижу поставы ходят там. Думаю, ну отлично, осталось чуть-чуть буквально. Сейчас я добегу, и их всех убьют, этих фриканов. Начинаю бежать. Ну, давайте, думаю, стреляйте уже по ним. Все. И в этот момент тишина. И не понял, что произошло. Что такое? Бегаю, не пойму. Ребят, фрики все исчезли. Музыка затихает. Все, не могу. Что произошло, непонятно. Стреляю, может быть, фрики невидимые стали? Бывают же такие глюки. Помните, невидимый фрик? Был такой видос, когда меня невидимый фрик атаковал. Но нет, прострелял, ничего, тишина. Орда просто исчезла, и я такой, не понял. Так, надо что-то делать. Решил побежать проверить, куда орда пропала, и вернулась ли она на свое место, где я ее раньше встречал, и вообще, что произошло, собственно. Может быть, она вообще полностью исчезла. Короче, сажусь на байк, отправляюсь на ее поиски обратно, опять появились точки, где она находится. Вот, подскакиваю сюда же, но там, где было первое место, где они сидели внизу, я их не заметил. Думаю, наверное, где-то здесь ходят, далеко-то не могли деться, и точно, они, короче... Ребят, слышите, вот они поднимались как раз сюда, а я разминулся с ними, они снизу шли вверх, а я объехал их немножко с другой стороны. Ну, думаю, ладно, давайте еще раз проверим, еще раз попробуем подвести их и посмотреть, куда же они все-таки деваются, потому что я бежал, не было видно, что произошло, куда эти фрики делись, может быть, там какая-то вспышка НЛО выстрелила или что-то, их телепортировала, не знаю, надо проверить. Надо еще раз завести их и уже воочию, так сказать, убедиться, куда фрики подевались. Это очень интересная тема. Я все-таки рассчитывал, что будет пальба, ребят. Вот, но вы пока смотрите, как я их веду. Если будет время, там, возможности, напишите, пожалуйста, было ли у вас такое, подводили ли вы вот с этой стороны этого лагеря с фриканов каких-то, и они исчезали ли у вас, или была какая-то перестрелка, мне интересно будет почитать. Ну, или вы экспериментировали, возможно, с каким-то другим лагерем, такую же тему. Я пока только поэкспериментировал сейчас, только вот с этим лагерем Железного Майка. Другие я не пробовал. Вот. Ну, а пока мы потихоньку их ведем, опять делаем то же самое. Слезаю с байка, чтобы фрики держались поближе ко мне, не разбредались. И в этот момент я отворачиваю камеру на фриков. Сейчас буду держать камеру на них, чтобы нам было видно, куда они деваются. Я уже вижу, что часть фриков ушла. Они такие отвернулись, им стало неинтересно и пошли назад. Но мы ведем и жду, когда появится та самая граница, где фрики просто исчезали у нас. И посмотрим, что же будет. И вот бегу, тут до этого холма добегаю. Такой небольшой холмик тут справа. И смотрим пока на фриканов, ребят, куда они... Оп! Просто пропали все фрики. Пропали даже те, которые отвернулись и уходили от меня туда, в самом далеке, которые были. Так что, ребята, орда просто исчезает. Видно, разработчики так придумали, что где-то у этого лагеря прочерчена такая линия или стоит какое-то силовое поле, которое уничтожает всех фриков, которые к ним подбегают. Или просто откидывает их назад на то место, где они возрождаются. Я, короче, не понял, стою в недоумении. Думаю, класс.
Короче, ребят, если вам видео понравилось, не забывайте нажать лайк, и если интересно, подписаться на канал. И, конечно же, пишите свои комментарии, было ли у вас что-то похожее, может быть, что-то другое происходило. Мне очень интересно узнать. Ну, а с вами я прощаюсь, всем счастливо, всем пока, до новых видео, счастливо.